Сегодня я рассмотрю задний тормозной цилиндр на ВАЗы. В данном случае у меня это классика, то есть ВАЗ-2101. Давайте посмотрим вот такой вот тормозной цилиндр. Вот. Так вот он работает. Как видите, вот сюда вытаскиваем заглушку и вставляем наш трос, трубку, точнее трубку. Так, а это у нас для того, чтобы спускать, для прокачки тормозов. Вот это тоже мы крышечку снимаем. Так вот, надеваем сюда шланг, опускаем его сосуд с тормозной жидкостью и, соответственно, прокачиваем наши тормоза. Вот сюда два болтика. Вот стоит это у нас вот так вот, если правильно. Вот сюда два болтика и крепится к нашему колесу. Ну, не к колесу, а так. Ну, все, вот такой вот тормозной цилиндр заднего колеса. Давайте посмотрим. Так, цена его 67 гривен я взял. Это Украина. Так, давайте посмотрим производитель. Сказали мне очень хорошая вещь. Так, покупатель, значит, товарный знак Хорд. Ну, честно говоря, мне это ничего не говорит. Вижу, что предназначен для тормозной жидкости Нива. А что еще? А, и также здесь предназначено, можно использовать DOT, DOT 3, DOT 4. Ну, мне посоветовали взять вот такую тормозную жидкость, RosDOT. Вот, взял я две. Вот, мне интересно производитель, кто изготавливает. Ну, скорее всего, Россия. А ну, сейчас на коробке посмотрим. Так, ну никаких наших украинских букв нету. Так, цилиндр колесный барабанного тормоза ВАЗ-2101. Ну, не могу я вам сказать, кто производитель. Вот, ну, собственно говоря, сказали, что неплохого качества из того, что имелось. Ну все, на этом я заканчиваю. Вот еще посмотрю, покажу вам этот цилиндрик тормозной. Так, как он стоит у нас? Вот так или вот так? Все. Все, на этом все.